Привет всем! Вы на канале Позитивный огород, и сегодня немножечко мы с вами поговорим об огурчиках. Что мы хотим от огурчиков? Либо мы хотим ранний урожай, или же мы хотим большой урожай. В этом есть принципиальные различия. То есть смотрите, у нас уже стали завязываться сами огурчики, появляться пасынки. Видно, что на этом вообще очень хорошо видно, что есть и пасынок, и есть огурчик. Что мы хотим? Если мы хотим ранний урожай, то мы, конечно, все оставляем. По крайней мере, все огурчики, все завязи оставляем. А пасынки лучше все-таки вот самые нижние вот эти вот убирать. Нижние вот эти пасынки, их убрать лучше. У нас здесь тогда и проветриваемость у корня будет намного лучше. Ну, как бы не будет такого загущения. А что касается огурчиков, то некоторые огурчики, бывают эти самые нижние, они тоже иногда отсыхают. Поэтому некоторые рекомендуют и огурчики вот эти убирать. Но так как мы хотим все-таки именно ранний урожай, мы, скорее всего, уберем вот эти пасынки, самые нижние, до первых, наверное, первый, второй, третий, четвертый, ну да, где-то четвертый, пятый лист. А уже потом огурчик, он будет формировать себя сам, потому что это зозуля, апрельские, они, у них в основном огурчики завязываются на центральном вот этом главном стебле, и они как бы не подвержены такому сильному ветвлению. Поэтому выбирайте сами, что вы хотите. Если хотите ранний урожай, то оставляйте все огурчики. Если хотите большой урожай, конечно, лучше убрать самые нижние пасынки и, может быть, даже вот эти завязи нижние. А затем уже от 4-5 листа мы все оставляем. И еще раз повторюсь, это формировка именно зазули, апрельского, те огурчики, которые у нас не подвержены вот этому сильному ветвлению. И у них в основном развивается именно центральный, главный стебель. Ну а всем тем, кому данное видео было полезным, подписывайтесь на канал, заходите почаще в гости и пока-пока. До новых встреч!